Я вам хочу показать, какую любят кушать траву мои курочки. Вот это у меня грядка с огуречной травой. Нам нужно засаживать сидират, и она мешает. И самим уже ее есть не хочется. Будем отдавать их курочкам. Вот я рву травку. Вот, нарву сейчас травку. Понесу кормить своих курочек. Здесь будем сеять пшеницу, рожь. Когда вырастет, подрастет пшеничка, рожь, мы тоже будем их скармливать своим курочкам. Вот, я нарвала. Вот это посеянные у меня сидираты. В Брянске стоит ужасная жара, засуха, плохо очень сходят. Это вот такой огород большой. Клубнику еще не обрабатывала. Как начнутся дожди, начну ее рассаживать. Вот моя клубничка. Вот здесь у меня грядка с сидиратами. Здесь уже сидираты хорошо выросли. И мы ими кормим курочек. Вот грядка с сидиратами. Такая у нас. Вот мы уже половину скормили курочкам. И вот бегает большая черная курочка каждое утро. Вот это уже столько мы отдали курочек. Вот. Вот как они налетели на огуречную траву. С какой жадностью они ее клюют. Сейчас мы еще им подбросим огуречную травку. Вот мы снова даем им огуречную травку. Смотрите, как они накидываются, с какой жадностью они ее клюют. Вот. Сейчас еще им. Оператора у меня нету. Снимать некому, снимаю одной рукой. Вот, даем еще травку своим курочкам. Вот они с большим желанием, охотой они ее кушают. Сейчас пойдем нарвем сидират. Вот она грядочка с сидиратами. Сейчас я нарву сидиратов. Хоть и стоит засуха, земля сухая, но хоть немножко такие да выросли. Везде показывают, что идут дожди, а у нас дожди не хотят идти. Вот нарвала я их сидиратов, нарвала сидиратов. Вот сейчас отнесем вместе с травкой. Травку вместе с земелькой я им кидаю сидирата. Вот наши курочки. Опа! Вот, я кинула им. Вот они, как они кушают, любят сидираты. Поэтому все грядки мы будем засаживать сидиратами. И всю осень кормить своих курочек травкой. То кушает с жадностью. Еще дадим, у меня их 30 штук курочек и где-то 5 петушков. Ну, 3-3 петушков будем оставлять, остальных придется убирать. Жалко, конечно. Вот рвем сидираты, такие он сочные для наших курочек, вкусные и очень выгодно их кормить. Много витаминов. Вот этот вот большой мой цыпленок этот постоянно со мной, никуда от меня не отходит. Вот
еще даем нашим курочкам. О, как они налетают с удовольствием. С удовольствием кушают. Это у них завтрак. О, зерно рассыпали прямо на землю, чтобы зарядкой занимались, клевали. Сыплю прямо на землю, чтобы птица больше двигалась. Так как она вот сидит в загоне, движений нужно больше. Оно не пропадет зерно. Они все равно их повыклюют. Вот есть у меня еще трава с огорода. Здесь вот листья одуванчика. Больше листьев одуванчика. Это вот еще огуречная трава. Отдадим им. Отдадим им садовую траву. Это тоже кладезь. Опа, витаминов. Так плохо снимать одной рукой. Вот все. Им хватит кушанье до обеда. Пусть да выклевывают зерно, перебирают травку и кушают. Вот такие. Вот такие мы любопытные, лезем курятник. Вот они с удовольствием. С удовольствием. Жук отстал. Ну вот куда этот лезет, товарищ? Ну все, нужно уходить, иначе собака в курятник залезет.